Посещать зоопарк бесплатно теперь могут многодетные семьи Камчатки. Льгота распространяется и на детей, и на родителей. Для этого нужно будет предъявить соответствующий документ, подтверждающий их принадлежность к многодетной семье. Об этом рассказали на заседании комиссии по установлению и пересмотру тарифов на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Елизовского муниципального района. Так было принято решение рекомендовать внести изменения в перечень льготников, которые смогут посещать Елизовский районный зоопарк имени Шевлягина бесплатно. Ранее таким правом могли воспользоваться только дети из многодетных семей.